Всем привет, друзья! С вами Артур Михеев. Сегодня будем говорить про аноморф для мобильного телефона от компании Ulanzi с коэффициентом аноморфирования 1.55. До этого у меня был другой аноморф от компании Moment. Кто смотрит меня достаточно давно, тот знает, что я пользовался вот этим вот малышом. У него коэффициент аноморфирования равен 1.33. В чем принципиальная разница между 1.33 и 1.55? В общем, если совсем простыми словами, то здесь на 1.55 вы получаете более широкоформатное изображение. Вот, в общем-то, и все. Мне бы сейчас не хотелось бы сравнивать эти два объектива. Скажу сразу, что собраны оба они очень хорошо. Качество картинки везде одинаково хорошее, и я не могу сказать, что 1.33 это хуже, чем 1.55, и наоборот. Здесь, пожалуй, решать вам, кому какая картинка больше по душе. Здесь более широкая, здесь менее широкая. Одно довольно удобное отличие — это то, что объектив у нас поворачивается без помощи специального шестигранника. Если вы помните, то у Moment в комплекте шел маленький шестигранник, который позволял вам подкрутить маленький винтик рядом с байонетом и перекрутить объектив. В зависимости от того, какой у вас мобильный телефон, как у вас на нем расположена камера и так далее, чтобы у вас изображение было корректным. Так вот, здесь ничего этого не нужно, здесь просто прикрепляете объектив к телефону и рукой его поворачиваете. Все. И при этом держится он достаточно хорошо. Я не знаю, будет ли он разбалтываться со временем, по крайней мере сейчас, на момент записи этого видео и пользования этим объективом, я не знаю, ну на протяжении недели, все хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Про комплект поставки. Поставляется вся эта история в таком небольшом кейсе. Он достаточно плотный и твердый, то есть довольно надежный, на молнии. И внутри у нас сам объектив с такой вот мягкой резиновой защитой на само стекло. И сзади на байонет у нас надевается такая же мягкая заглушка, что, на мой взгляд, сильно удобнее, чем то, что предлагают, например, Сируи. Там очень странная была заглушка, насколько я помню, на байонет, которую очень легко можно было потерять, что, скорее всего, все и делали в первые же секунды использования этого объектива. Что у нас далее в комплекте поставки? У нас здесь прищепки. И прищепок ровно две. Первая из них пластиковая, она вот такая, она универсальная. Объектив на нее накручивается. Прям тут есть резьба, и на байонете есть резьба, вы прям накручиваете объектив. Ее можно использовать с большинством смартфонов, я пользуюсь именно ей. Почему? Потому что ее можно прикрепить на телефон с чехлом. Собственно, я использую телефон с чехлом. А вот вторая прищепка, металлическая, она вроде бы меньше и вроде бы удобнее. И здесь целых две резьбы, например, на портретник и на стандартную камеру, в случае, например, айфона. Но она не налезает на iPhone в чехле. А я ношу его именно в чехле, и снимать каждый раз чехол, чтобы накрутить объектив, слишком много геморроя лично для меня, поэтому мне проще использовать вот этот вариант. Ну вообще, на самом деле, Ulanzi делает специальные чехлы. Их можно найти, скажем, на Алиэкспрессе, стоят они не очень дорого. Я, правда, не видел их воочию, но мой товарищ Миша Ритуев, например, у которого был канал «Мобилограф», он говорит, что эти чехлы достаточно пристойного качества. Я за что купил, зато и продаю. Лично я их в глаза не видел, так что, если что, ногами не пинайте. Здесь есть тряпочка, кстати, для протирки. Это очень здорово. Небольшая макулатурка. Окей. У нас есть, кстати, пакетик с маленьким шестигранником, но он нужен не для того, чтобы, как в случае Moment, поменять ориентацию нашего объектива, немножко для другого. И здесь у нас также, для чего и нужен этот шестигранник, имеется специальный металлический адаптер для фильтров. У него единственный не подписан диаметр. Я должен посмотреть это в инструкции, и я напишу это сейчас на экране. Вот где-то появилось на экране. Давайте щелкну получше. Вот так. Зачем нужен этот шестигранник? А нужен он вот для чего. У нас с одной стороны этого фильтра есть маленькое утопленное отверстие с винтиком. Мы берем наш объектив, надеваем на него этот адаптер, вот таким вот образом. И чтобы он держался, нам необходимо вытащить вот этот вот маленький шестигранник и найти вот этот винтик, соответственно, и прикрутить этот винтик, затянуть этот винтик, чтобы он держал объектив в адаптере. В общем, вот для чего он нужен. Но это прекрасная история, хорошо, что они кладут его в комплект, то есть мы можем поверх него накрутить, например, какой-нибудь ND-шник или все, что нам нужно. Или, например, какой-нибудь ProMist или Moment Cine Bloom, которым пользуюсь я, тоже классные фильтры. Хотя вот, если честно, вы знаете, я сейчас смотрю на эту систему того, как все это крепится, и у меня есть сомнения на тему долговечности всей этой конструкции. Я приближу, и вы поймете, о чем я говорю. Обратите внимание, что здесь приклеена такая вот резиночка вот с этой стороны, где у нас винтик.
Вот у нас винтик, и вот у нас резиночка. И когда мы этот винтик выкручиваем, то он как бы, чтобы не поцарапать объектив, они сделали вот эту резиночку, которая немножечко как бы в одном месте под давлением винтика топорщится. И получается, вот я не знаю, видно или не видно, но вот примерно вот это. И вся эта история еще и держится на клею. То есть постоянно снимать и назад возвращать, ну, оно проживет, скорее всего, недолго. Это странное решение, на мой взгляд. То есть если вы прикрепили это один раз и навсегда, то у этого есть какой-то запас прочности, пожалуй. То есть прикрепили и забыли, все. Но если вы будете снимать, надевать туда-сюда, то, скорее всего, вот эта вот штука отклеится довольно быстро. И ни к чему хорошему это не приведет. Что касается цен, мне его прислал магазин Kremlin Store, но цены я промониторил. Собственно, вот они на ваших экранах, вы можете их посмотреть. В зависимости от того, где вы собираетесь покупать, из-за границы или у себя в стране, где бы вы ни находились, цены могут, естественно, разниться. Суть не в этом. Суть в том, что вы получаете, когда покупаете этот объектив. Нужно ли вам такое аноморфное соотношение сторон? Нужны ли вам эти optical flares и устраивает ли вас полностью картинка? Тесты, которые поснимали мы, вы видите на своих экранах, вы видели их в самом начале, вы видите их и сейчас. Добавить мне, по сути, нечего. Говорить здесь долго мне бы не хотелось, все равно все покажут тесты, и вам проще один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В общем-то, это все, что я хотел вам рассказать. Это был небольшой тест-обзор этого объектива. Ну, а на этом все. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Артур Михеев. Увидимся!